Всем привет, дорогие друзья, с вами Намбат и добро пожаловать в Dead Raid. Dead Raid — это у нас игра от создателей Кроссаута, какая-то там про зомби. Вот, скачал, ссылку вам оставлю в описании. Сейчас идет то ли альфа-тест, то ли что-то там такое. Короче, открытый альфа-тест. В общем, если захотите поиграть, ссылку найдете в описании, где скачать, как зарегистрироваться. Вот, а я уже прошел обучение и решил посмотреть, что тут еще можно дальше поделать. Значит, можно нанять охотника, значит, людей, которые отправляются в рейды на зону, называют охотниками. Найми своего первого охотника для участия в рейдах. Сейчас наймем, так, у нас денег-то хватит. 10 есть каких-то денег, 600 чего-то другого. А, это награды, я думал, это мы потратим. Так, есть какие-то зоны, зона класса А. Зоны среднего уровня опасности рекомендуются для новичков. Выжить тут нелегко, но шансы все же есть. К тому же, если у тебя нет денег на снаряжение, то можешь попытаться найти его прямо на зоне. Ага. Смена карты через 14 часов. Так, зона класса Б. Требуется ранг 4. А у нас какой? Первый. Естественно. Так, зона класса С. Угу. Ну ладно, мы посмотрим на задание. Давайте наймем охотника. Перейти. Магазин охотников. Здесь ты можешь нанять своего охотника. Каждый из них обладает уникальной комбинацией внешнего вида, способностей, инвентаря и так далее. Ассортимент доступных охотников обновляется каждый день. Хорошо. О, какой бродяга. Ты смотри. Так, нанятые свободные легендарные файлы. Подсказка. Для смены охотника кликай по ним или по панелям слева. Вот эти панели слева, да, видимо. Или по ним кликай, короче. Кликай по ним. Так, две тетки, два мужика у нас. Вот этого я хочу охотник. Подожди, категория 2. А подожди, а чем, как название, что там, где там пишется название? Просто категория, ага, хорошо. А еще и обновление охотников. То есть, а, нифига, тут можно прям такую коллекцию прям собрать. Нифига, нифига, так, и че, и че. Требуется ранг 8, требуется ранг 5. Так, нам доступна только первая категория, хорошо. Модификаторы. Плюс 5 запас здоровья, способности. Устанавливает турели, которые работают дольше. Так, это что такое? Текущий уровень 1. Награды на уровне 2. Так, я понял. Так, так, так. А это что такое? А вот это что такое? Василий! Бывший владелец небольшой лесопилки в Канаде. Ну да, типичный Василий. Бизнесмен, олигарх, блин. Дела шли нормально до тех пор, пока одним очень жарким летом не начались лесные пожары. Все случилось неожиданно. Огонь унес жизнь не только членов семьи Краснова, но и практически всех его наемных работников, вместе с которыми он трудился в поте лица. Дом, лесопилка. Все превратилось в пепелище. Самого же Василия успели спасти и с сильнейшими ожогами доставили в больницу. Где у него шрамы после ожогов? Извините, я даже ни одного шрама не вижу. Страховая компания признала виновным в случившемся пожаре Краснова, сославшись на несоблюдение техники безопасности. Бухал, видимо. Василий увяз в долгах, а ведь надо было еще как-то помочь семьям погибших работников. Краснов был раздавлен, стал часто выпивать. Да, он и до этого по-любому выпивал. Так, а тут, кстати, он дешевый, 20 евро или что это, 20 монет, а у меня их 600, то есть я могу всех четверых нанять. В один из его обычных вечеров, когда он еще был в стельку пьян, к нему за столик подсел бывший работник его лесопилки, которого он не видел с пожара. Так все же сгорели вроде, нет? Практически все. Именно от него Василий узнал про зону и про то, как стать охотником. Там Краснов обрел для себя новый путь. Василий рассматривает свою карьеру охотника исключительно как способ разобраться с долгами. Так, у него есть, короче, слот для пистолета, патроны, аптечки, слот для стимуляторов и слот для гаджетов. Так, запас... Подожди, а кто там следующая? Кандидатура. Модификаторы. Плюс 10 контроль отдачи. Устанавливает более долговечные медстанции. А это у нас кто? А подожди, как зовут-то тебя? Грейс. Так, а тебя как звали? Жизнь Морейса. Морейса. Так, а вот этот мужик? Гэри Элтон. Точнее, Гарри, да? Угу. Так, и что там? Что там у тебя? Запас здоровья. Стимуляторы временно увеличивают скорость перемещения. Так, а ты что? Скорость перезарядки. Устанавливает более долговечные приманки. Не-не-не, Василий мне нравится. Наймем Василия, конечно. Земляк. Принимаем тебя в команду. Так, вернись на экран заданий, чтобы забрать награду. Куда это? Вот сюда. Так, получили награду, значит. Я получил 2 бронежилета. А, что? Купон, бронежилет уровня 2, защищает тело от огнестрельного урона на 20%. Ну так мы ж против зомбаков вроде, какие нахрен бронежилеты? Какой огнестрельный урон? Чё, зомбаки с пушками? Так, турели, вот это, кредиты, ага, будем знать, что это кредиты. На эти деньги можно нанимать охотников и покупать снаряжение. Так, все понятно, а это что такое? Dead Coins, премиумная валюта, ну это донат, короче. Так, что дальше? Пройти обучение 2 из 2, получи опыт поиска ульев на большой территории. В смысле обучение? Я же вроде проходил обучение.
Так, ладно, у вас нет. На-на-на. Ну ладно, погнали, чё. В смысле, выбрать Василия. Конечно, Василия. Поиск матча. А мы чё, это? Тут же, кстати, мультиплеер есть так-то, если чё. Ща посмотрим. Посмотрим, что нас ждет в игре. Улей находится внутри зоны, отмеченной на карте, но не обязательно в центре. Проще всего добраться до центра зоны и дальше искать улей по специфичному звуку. Ага. Понял, принял. Так, давай, загружайся быстрее, игра. Сейчас Василий покажет, как надо поджигать ульи. Лесопилку свою и дом он уже сжег. О, итак, ожидания игроков. Ёптель-моптель, а чё я... Какая-то клеточная графика. А, во, всё нормально, прогрузилось. Так, тихо. Для начала эвакуации у твоей команды должно быть достаточно плазмы. Ищи ульи с помощью карты и компаса. Уничтожай ульи и собирай плазму. Найди и используй зону эвакуации. Часть плазмы могут собрать другие команды. Придется их отобрать. Ё-моё, тут ПВП сразу будет. Открой карту, нажав М. Угу. С помощью ЛКМ установи маркер в центре желтой зоны. Так, я рядом с этой зоной все установил. Где другие игроки? А, я соло против других игроков. Пушку мне. Срочно. Подожди, сюда можно залезть? О, е. Так, что тут? Канистра с маслом. А пушку-то где взять? Алло. И чё, что я поставил в центр зоны? Опаньки. Так, вот это уже мне нравится. Так, и где у нас тут? По компасу. Так, 136 метров в ту сторону. Давай дом вот этот сначала прочекаем, посмотрим. Блин, прикольно, мне нравится. Тут какие-то пушечки. Ага, М-ка. Так, а мы можем две пушки, да, иметь? Вот так, хорошо. Так, залазим в дом. Тут что-то есть, по-моему, нет? А, нет. Блин, такая игра немножко дерганая какая-то. Точнее, это персонаж так ходит, я так понимаю. Опа-опа, что такое? Нет места, нет места. А, вот это... Так, это все патроны, это все патроны. Так, а как... Ага, колесиком меняем пушечку, а можем на циферку, да? Ну, все как обычно. А, давай смотреть. Так, под патроном у нас нет места. Это что такое? А, это кран. Я думал, там оптический прицел. Но это не оптический прицел, так, штаны взять нельзя. Ну, тут, короче, патроны, если что, в доме будем знать. Подпрыгнуть невозможно. Выходим в дверь. Так, где у нас по компасу наша зона? Это что там такое? А, это стрелочка. Так, иди в центр желтой зоны, чтобы услышать звук улья. Так, внимание, тишина. Пока не слышу никакого улья. Ага, уже слышу. Найди улей по звуку. Где-то здесь, прямо. В центре зоны, походу. Куда я метку поставил? Не, где-то там. Так, он реально где-то здесь. О, вот он. Бах. Я ж Василий, вы чё? Ни хрена себе ты бегаешь. Так, перезаряжаемся. Пойдем улей взрывать. Да я нашел улей уже, алло, вот он. Чё там надо с ним сделать? Ёп твою мать. Поставь маркер в... А, все, я его расфигачил? Так просто. Так, мы идем искать следующее. А где другие игроки-то? Я что-то не понял. Закрыта альфа. Да, это закрыта альфа. Патрон для штурмовой винтовки. Надо взять. Все, больше не берутся. Давай с калаша теперь постреляем. В смысле? Что там такое шуршит-то? А вон улей, я его и так вижу уже. Так, найди улей по звуку. Да я его так визуально... хаммер. Там пулемет на крыше. Я хочу посмотреть, можно ли... Туда сесть. Блин, я так убьюсь, наверное, да? Ну, давайте проверим. Ой, ёб твою мать, найди аптечку для лечения. А через забор могу лазить? Не, ни хрена не могу. Ха. Еще и пол хп себе снес, блин. А у меня реально нет аптечек? Нет аптечки. Нифига прикольно. Так, надо перезаряжаться срочно и отступать. Вот это движуха. Так, еще есть. Ага, мечтай. Так, три патрона. Заряжаемся. Надо в этот дом зайти. Может, тут есть аптечки? Хотя, да, давай зайдем. О! А, это дробаш. Нет, дробаш мне не интересен. Пока. О, там что-то лежит. Да, блин, залазь, Василий. О, это же аптечка, да? Маленькая аптечка. Как кушать ее? Зажми для активации. Ага. Давай, скушай еще одну аптечку, Василий. О, хорошо, Василий. Прости, Василий. Но я не просила. Так, это что такое? Патрон для пистолета. Ох ты, возьми пистолет, Вася. Давай пистолет.
Так, что там с Хаммером? Есть какой-нибудь там пулемет М249? Не, нету. Почему? Вообще, какого хрена здесь Хаммер? А, мы же в Канаде, все правильно. Так, ладно, пошли улей расфигачим. Он где-то здесь. Вот он, улей. Да, нашел я его, нашел. Найди по звуку, говорит. Бабах, прибытие вертолета. Где, куда, в какую сторону? Так, я слышу вертолет. Эвакуация готова. Где? А, вот туда куда-то надо бежать. 150 метров. Все, бежим. Эвакуируйте меня! Эвакуируйте! Что такое? Что за звуки? А, вон верт. А время есть какое-то на эвакуацию, нет? А, это кусты так. Нифига. Вертолет! А, подожди, вон. Зомби блокируют его. Нет! Я там что-то не поднял, но пофиг. Надо отбить эвакуацию. Где они блокируют эвакуацию? Зомби блокируют эвакуацию. Вы не охренели там, зомби? Давай. Ха-ха. Ау, больно. Блин, вот это экшен. О-оу. Так, все, бежим на эвакуацию срочно. Блин, надо было, наверное, сбегать. А, у меня 24 минуты. А ты кто нахрен такой? Блин, давай М-ку заряжай. Все, не пойдем туда. А в смысле оживить охотника? Он на меня напал. Ты начинаешь вербовку охотника из другой команды. Ах, вот оно что. Давай, давай, ты теперь будешь за меня играть. Давай быстрее, давай. Зомби блокируют эвакуацию. Опять. О, Вася, патроны кончились. Нет, Вася, живи, Вася. Блин, его же реально Вася зовут. Так, так. Да блин, ни хрена вы мощный. А чё, куда зайти-то? А, во, о, подожди. Да как тебя убить-то, сволочь? А, Джо, Джо, спаси Васю, блин. Что надо? Блокировка эвакуации. Все? Получение урона внутри зоны эвакуации блокирует ее на 10 секунд. Ага, все, оживляй. Блин, давай, надо валить отсюда. Эвакуация готова. Да я понял. Я тебя оживить пытаюсь. Не двигаюсь, не двигаюсь. Недостаточно плазмы, дождись других игроков или собери недостающее количество. Ах, ё-моё, я понял. Патроны нужны срочно. Все, пошли за плазмой. Блин, я взорвал ульи, но там, походу, надо было еще плазму собирать какую-то. Так, патроны для пистолетика возьмем. Зарядим два автомата сразу. Да, реально из ульев плазма выпадала, а я их не собрал. Бежим! А, тут можно спринтовать. Ну тогда все, 20 минут еще есть. Вперед! Джо, ты со мной? Джо со мной, так, нормально. А Джо это бот, скорее всего, какой-то. Так, что там, что там? А, это Джо. Блин, быстрее, Джо! Давай М-ку. А, вот она шурмит. Это плазма, видимо, радиоактивная какая-то. Так, где она? 20 метров. Надо было собрать, а я не собрал. И чё, 2 метра... Во-во-во-во. Во! Выпил плазму. Команде нужно еще 100. Так, бежим в ту сторону. А чё сзади у меня какая-то красная метка? А это Джо бежит, да? Такое ощущение просто, что за мной зомбаки бегут. Но это не так. Ага. Так, где тут плазма? Ёб твою мать, кто стрелял? Джо, помогай! Уходит говно. За ним! Или за ней? Где? А, вот! А, тихо, оживляем! Джо, не убивай ее! Все, это наше. Прикрывай, Джо. Кто-то еще стреляет вроде тут в округе. Так, теперь Аллура даст вам половину своего заработка. Отлично! Так, патроны это что у нас? Дробовик, да? Блин, не будем брать дробовик. Пойдем. Пойдем возьмем улей. Или что там, плазму? Вот это что такое? О! Это хорошо. Там кто-то еще стрелял. Так, где плазма? Вот, нет. А, надо отсюда набирать, все, понял. Все, твоя команда собрала достаточно плазмы. Кто там, с кем там воюем? Ага, вижу кого-то. Пацаны, давай его, жмем. Он где-то тут в кустах был. А это свой. Тихо, оживляем, оживляем. Сейчас я наберу, блин, охотников себе. Все, надо валить в вертолет, 240 метров. Опа, Аллуру вальнули. Сейчас пойдем разберемся, кто-то еще есть. Отлично, мы сейчас назавербовываем себе тут такую армию. Так, давай, сейчас тебя подымем. Это свой? Это свой.
Тихо, кто там нахрен? Не-не-не-не-не, я вербую, отойди. А, уже нельзя, походу, больше трех нельзя. Все, уходим тогда, уходим. Так, на вертолет. Блин, ну мне понравилось, конечно. Надо посмотреть, какие тут еще режимы есть. Но пока это весело. Кто там стреляется? Они, короче, ладно, пусть ходят, мочат там всех остальных, а я побежал на вертолет. На вертолет, на вертолет. Там опять сейчас зомбаки, наверное, закроют зону эвакуации. Придется повоевать, а что делать? Да, вот это движуха. Короче, так. Если вы хотите, чтобы я еще играл в Dead Raid, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. И тогда я буду играть дальше. А то получится как с Кроссаутом, что мне игра нравилась, а вам не особо зашла, поэтому, как вы понимаете, я перестал в него играть. Но, возможно, еще когда-нибудь, конечно, поиграю ради удовольствия. Ага, это кто? Здорово, братиш. А его добить-то вообще можно? О, да ладно, сумку. А, у него был пистолет, патроны, аптечка, хорошо. Так, все, бежим, короче, на эвакуацию. Ну вот это боты, походу. Мне так кажется, что тут игроков-то нет. Все, 8 секунд, и я убегаю. И я сбегаю с этой зоны отчуждения. Еее! Результат рейда, эвакуация. Время рейда. Так, дальше что? Результат рейда. Убито зомби, убито охотников, уничтожено ульев. Да, это хорошо. Писали бы еще, сколько игроков убито. Скорее всего, это все боты были. А, выбери награду. Слот для стимуляторов, слот для аптечек. А, можно типа раскачивать так своего перса. Давай слот для аптечек, наверное. И что, у него станет 3? Так, я даже третий уровень набрал. Еще могу что? Да, реально. Давай слот для стимуляторов теперь. Так, ага. Получено на уровне 4. Так. Продолжить. Василий Краснов, уровень 3. Ха-ха-ха. Так, выбери награду. Это что? Золотой АКС-74У с патронами. VIP-карта. Представляет дополнительное преимущество для вашего охотника. Ускорение прокачки и дополнительная опция награды при повышении уровня. Блин. Это скинчик, я так понимаю? Или это не скинчик? Он с прицелом, смотри. Я лучше автомат. Блин, я не знаю, что взять даже. Я и то хочу. Ладно, VIP-карта, пофиг. Раскачаемся и так, просто подольше. А вот автомат, скорее всего, такой, может, уже нигде и не возьмешь. Хрен его не знает. Так, ну можно нажать продолжить. Добыча плазмы, вынос снаряжения, денег типа подзаработал, да? Ну и что, я прошел обучение? В смысле? Выполнено. А, получить награду. Так, я получил денег. VIP-пакет. Во, зашибись. Купон бомба. Взрыв наносит значительный урон. Так, хорошо, я второй уровень. А тут я почему-то первый, я могу тут добавлять игроков и с кем-то играть. Еще могу награду взять. А, я типа... Что за фигня? Охотники. VIP-карта. Так, вам доступна карта VIP-сервиса, которую вы можете принять к своему охотнику. VIP-карта представляет дополнительное преимущество для вашего охотника. Ускорение прокачки и дополнительная опция награды при повышении уровня. Окей, сейчас применим к Василию. Всего карт один, да, применяем. А она навсегда или на время? Или что-то я не понял. Ну, походу, она не на время, она навсегда. Ну, в смысле, один раз. Так, для тебя сейчас нет заданий. Пойдем в зону тогда, чё? Тут есть еще какие-то контракты. Сейчас, подожди, давай посмотрим. Тут надо что-то... А, это на убийство других игроков, что ли? Или что это такое? Введите имя пользователя. Так, рейтинг тут есть. О, так тут ребятки уже в рейтинге всякому. Сейчас есть магазин. Так, ладно, пойдем. Пойдем в зону тогда, раз для меня нет заданий. Пойдем в зону класса А. Так, еще там счастливый час, начнется через 4 часа плюс 100 хп. Ну, пофиг, мы и так поиграем. Конечно же, Василий Краснов, продолжить поиск рейда. Так, тебе не хватит патронов, чтобы перебить всех зомби. Старайся играть тактически, используй гаджеты, чтобы работать в команде. Ага. Ага. Ожидание игроков. Ё-моё, там же стрельба какая-то идет. До полной интоксикации 25 минут. Чего? Так, пушку, срочно пушку. А тут ни хрена нет. А чё, я один опять? Не, подожди, а чё делать надо? Я знаю, где ульи. Я так понял, желтые это ульи на карте. Так, о, призраков какой-то там. Так, я взял стимуляторы. Это мой чувак, сокомандник. Призрак. У, 7. Так, все хорошо, конечно, это что такое? Это не пушка. Мне нужен автомат. Так, он побежал куда-то туда лутаться. Я смотрю, здесь ни хрена нет. Видимо, там, где ты появляешься, нет оружия. О, он что-то нашел. Будешь меня прикрывать тогда. Я побежал в дом. Беру аптечку.
Давай. Опа. Так, тут еще какой-то бронежилет. Нифига. Еще один тут. Ой, это... Ай-яй-яй! Ты по мне-то не стреляй. Вот эта игра. Как думаешь, убить его или нет? Вали его, вали. А ты меня слышишь? Так, барьер. Приманка. Блин. Мне бы пушку. Так, ты его вербуешь или что? А, надо... А, я понял, он теперь в нашу команду его взял. Я понял, короче, на Т нажимаешь, можно общаться. Ха-ха. Так, так, так. А мне, блин, пушку-то где найти? Я безоружный. У меня есть стимулятор, у меня есть барьер. А что стимулятор, интересно, делать? Ладно, потом проверим, если получится. Тут что-то было. Что это было? Так, так. Мне нужно пушку найти, пока меня не пристрелили. Пойду я через верх. Ага, хрен. Тут ни паркура, ни хрена нет, да? Ничего такого. Ладно. Забегаем на склад. Ищем пушку. Фига, кто там воюет-то? Что за перестрелки? Так, тут все пусто. Блин, мне досталось от падения. Зашибись. Двое так. Так, я взял стимуляторов. Давай проверим. Так, на Б у нас стимулятор. Далее, лутай. Я слышу сзади себя зомбаков где-то. Охренеть. Как я вовремя нашел калаш. Так, ладно, будем ходить с этим Серегой. Посмотрим. А что делать-то надо? Цель миссии-то какая? Карту я могу открыть же, да? Так, карта, точку я поставил. Ага, нас там. Вот, надо к призраку бежать. Зато нас трое в команде, зашибись. Давай, вперед. Тут война идет. А у меня броник, кстати, есть первого уровня же, да? Если он еще есть. Там зомби бежит. Отлично. Хорошая работа. Прибытие вертолета через минуту. А что мы тут делаем? Так, я нашел еще одну пушку. Рюкзак второго уровня. Рюкзак первого уровня. Куда вы? Куда вы? Что происходит? Что тут надо делать-то вообще? О, зомби. Я тоже так хочу. Опа! Там какой-то босс. Фига, я пока не понимаю, что происходит. И что надо делать. Но мы неплохо так, кстати, тут засели на крыше. А куда вертолет прибудет? А, вон туда. О, он уже прилетел, да? Так, а мы что делать-то должны? Отстреливать зомбаков? Одного вырубил. О, красавчик, одного вырубил, говорит. А, нам надо вот в зону забегать постоянно, да? Зомбаки в дом тупо зашли и выйти не могут на нас. О, давай. Давай, давай, я тебя прикрою. Давай, оживляем его. Блин, он ползет, гад. Да, он не хочет взять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я третий шлем спер. Ма, нас газом бьет или чем? А, вот оно что. Так, мне бы стимулятор. А я только что принял, да? Я еще один возьму. И аптечечку. Хотя, наверное, зря я начал большую аптечку принимать. Но я пока не понимаю. Не понимаю, что тут происходит. Буду держаться с более опытными ребятами. Что там? Метки ставят куда-то. Давай, Серега. Ты в нашей команде. Тут газ какой-то, блин. А, вот эти области газа надо обходить, я так понял, нифига. И они то есть, то нет. Тут зомбаки где-то шумят поблизости. У меня есть какой-то барьер еще, я не знаю, как его использовать, для чего он нужен. Стрельба, конечно, жесткая. Ладно, будем следовать за своим союзником. Куда он убежал? А. Охренеть он меня. Так, эвакуация готова.
Что тут происходит, я пока не понял. Там тут. Так, я поставлю щит здесь. Меня поранили, а у меня только стимулятор. Давай стимулятор принимай. Короче, эвакуацию зажали, нас не пускают. Так, патронов мало. У меня еще пушка куда-то пропала. А, нет, есть. Ага, это точная пушка, я понял. Откуда-то стреляют. Вася! Вася, беги! Так, по нам стреляют откуда-то. Сверху, походу, вот там был. Или мне показал... Да, вон он. Я не понимаю, есть ли тут индикатор попаданий по противнику. Так, он вяжется где-то, бинтуется здесь, да? Получи. А, меня положили. Нет. Не убивай, дурак. Я сдаюсь. Так, ну все. Короче, завалили. Непонятно, что тут происходит вообще. Охотник погиб. И что, мне теперь нового нанимать? Ну-ка, давай посмотрим. Так, 6 зомбей. Одного охотника вальнул все-таки. Так. Получил опыта. Так, зоны. Допустим, я выбираю. В случае гибели охотник попадает в состояние восстановления. После полного восстановления занимает время. Ты можешь нанять еще одного охотника, чтобы использовать его, пока другой восстанавливается. Ага. 4 минуты у нас восстановление. Давай наймем еще тогда охотника. Так, контроль отдачи. Вот, мне нужен контроль отдачи. Потому что я пока со всякими пушками-то не знаком. Пойду еще раз тогда в зону класса А сбегаю. И посмотрим. Пока тот охотник у меня восстанавливается. Так, можно использовать взрывчатку для уничтожения ульев, чтобы сэкономить патроны. Угу, угу. Так, ну что, мы появились, значит, в новой игре. Я пока, опять же, один, не вижу союзника. Ну, а, блин, еще и поранился при падении. Так, куда бежать? Мне нужно где-то налутать оружие, я так понимаю. Пока я один в команде. Добежим, может быть, возле машинки что-то есть или в домике. Тут, кстати, улей рядом. Так, а нам надо ульи вот эти, я так понимаю, собирать. А, вот Андрей какой-то, 156 рус. Со мной в команде, да? Опа, что-то есть. Рюкзачок первого уровня нашел. Так, бежим в дом. О, он полный зомби. А мне нет нифига, никакого оружия. Вот тут что-то есть. Давай, дробовик. У меня есть обрез. А тут у нас враги, зомбаки, да? А, ни хрена. Да, я умру сейчас, походу, таким образом. А можно перезаряжать? А, нельзя спринтовать, когда... Когда заряжаешься, нельзя спринтовать, я понял. Давай сразу подзарядимся, их еще много тут. О, нифига тут зомбаков сколько. Заряжайся быстрей. Так, там еще вроде кто-то был. Где мой союзник? Пойдем к нему. Куда-то он дальше пошел. Мне не дали дом залутать, эти зомбаки. Ну, вроде я всех перебил. Так, патроны еще есть. Можно попробовать теперь, наконец. Опа, это чувак. Это игрок. А, нет. Ни хрена! Пошел нафиг. Так, хорошо. С зомбаками я научился справляться более-менее. Теперь надо найти вход в дом. Посмотреть, что тут лежит. Кстати, вот он и вход в дом. О, штурмовая винтовка. Ага. Патроны. О, здорово, это наш чувак. Возьму аптечки и полечусь. Так, маленькая аптечка. Ага, она не до конца даже дохиливает, но ничего. Зато проверили, будем знать. Так, не буду его, наверное, на лестнице зажимать. Нифига, он там в третьем шлеме бегает. Где он такой нашел? Ну, когда я забегу с дробовиком. Так. Чё тут? А, рюкзак. Ты чё, дурак? Зачем так пугать? Так, это мне не нужно. М16, АКСУ, да? Не, лучше я, наверное, с М-кой побегаю. О, тут балкончик неплохой. А где улей-то? Улей в той стороне. Надо идти на улей.
Да? Чувак. О, по звуку его можно найти, кстати, да? Ули где-то справа был. Вот здесь. Где-то здесь. Где-то левее. А где он? Вон он там, за горой, походу. А где пишется вообще, сколько игроков у нас? А, вон. Так, перезаряжаемся. Прикроем своего. Фига там монстров. А, не заряжено? Почему я с одним патроном-то до сих пор? Так, надо заряжать обе пушки, пока враги далеко. Немножко отступаем потихонечку. Потихонечку отступаем. Так, один враг остался вроде. Все, вальнули. Все, пойдем, улей наш. Надо забирать его тогда. Нифига тут шумно, что-то прям надо мной где-то. Так, я понял, нам надо, короче, нашей команды как можно больше ульев набрать. А его, походу, взорвали уже и плазму отсюда уперли. А где, кто? Кто из игроков это сделал? Да, отсюда забрали плазму. Опа. Там стрельба, значит, там игроки где-то. Надо у них отбирать плазму, я так понимаю. Так, ну-ка я сейчас обрез возьму. Где-то тут снайперит, короче, кто-то сидит. О, вот это враг. Вражеский чувак, игрок. На. Где ты? Так, мне надо полечиться. Че, пойдешь в команду, нет? Уйо! Заряжайся. Там еще один. Так, они сейчас будут лечиться, наверное. А, меня не видели? Меня тупо не видели. Нормально. Я вальнул всех. Заряжаемся. Так, ну что, пойдете в команду ко мне, нет? Ха-ха, вербуем банду. Сейчас завербую вас всех. Нормально. О, отдадут мне половину своего заработка. Нормально, тут какую-то лечилку поставили. Так, главное не шевелитесь. А то я не могу. Блин, этот дурак не дает мне его восстановить. Ты начинаешь вербовку охотника из другой команды. Потом этот чувак проходит между нами, и вербовка отлетает. Так, все нормально, я всех поднял. Зарашил сквад, короче. И потом у них забрал все. Ну, в смысле, я их себе потом забрал. И они мне теперь заплатят половину от добычи, да, получается? Прикольно. Так, улей где-то прямо у нас есть. Че, пойдем на улей? О, стимуляторы. Че они дают? Я, кстати, так и не понял. Давай мы его применим. Может, я могу бегать быстрее какое-то определенное время. Теперь у нас 4 человека в отряде. Нормально. Завербовал. Ну, это какая-то... Такая непонятная прям мне укороченный ствол. Непонятная мне механика. То есть можно убить врага и себе его в команду завербовать. Конечно, необычно. Так, мы на улей же пошли. Блин, я тут не поднимусь. Пойдем тогда вот здесь. Все уже пошли на улей, пока я патроны искал. Там дома, стрельба. Кстати, где-то слева стреляются. Скорее всего, там есть игроки, получается. Раз там стрельба. Неплохо я ворвался с обрезом, конечно. Так, я с обреза, если что, буду своих прикрывать. Так, так, так. Нормально, вальнули. Так, где-то тут орут, я их вообще не вижу. А, это улей.
Все, улей забираем. Так, плазмы в моей команде 200. А где пишется вообще... А, 200 из 400 надо набрать, я понял. Так, то есть нам надо еще два улья, либо забрать у... А значит, у какой-то из другой команды есть плазма. И нам нужно ее забрать, чтобы выиграть миссию, я так понимаю. Так, это что я взял? Бомба. Так, я взял бомбу. Так, своих надо прикрывать. По звукам слышу зомбаков, но не вижу. Видимо, они на втором этаже где-то тут. Да нет, вроде не здесь. У меня есть бомба. О, я залез на балкончик. Так, ну я начал немножко уже вникать в суть. Так, у меня есть бомба. Где они рычат? Их вообще не видно. Вот рычат как будто возле меня. Их вообще нет. А, вот. Угу, все, теперь тишина. Так, тут можно помечать пушки, типа. Он мне пометил, что там лежит оружие. Нифига. Пойдем проверим, так ли это на самом деле или нет. Ну-ка зайдем. Да, реально. Патрон для пистолета, пулемета. Так, патрон для винтовки. Ладно, пойдем. Ага, вертолет. То есть тот улей тоже залутали. Нам надо идти на вертолет и забаррикадироваться там. Получается, и врагов принимать, которые сейчас пойдут сюда. Да, нет? Или они пошли туда рашить? Это очень интересно. Так. Посмотрим. У нас всего 200 плазмы. Для победы надо 400. То есть 200 еще у другого сквада. Неизвестно, сколько их там всего игроков. Но, в принципе, я понял. Я понял, что нужно делать для победы. Пойдем, короче, да, у вертолета засядем. Даже если наших убьют, они все равно придут сюда вместе с плазмой. Ну, а если они наших убьют и завербуют, вот это уже будет проблема. Они же будут тогда против нас. Так, эвакуация где-то здесь. Так, он ставит барьер. Я могу бомбу поставить. Так, бомба на G, да? А как бомбу поставить? А! Понял, сейчас. А! Сейчас надо зарядиться. А, эвакуация у нас здесь. Давай мы вот так вот. Выстрели в бомбу, чтобы ее подорвать. Все, понял. Так, главное в бомбу не выстрелить. Ёлки-палки. Заряжайся давай. Я по бомбе не попал, что ли? Блин, моих там убивают. Блин. Заряжайся быстрей. Блин, мне обрез нужен. А, да сколько их тут? Мы сейчас тупо проиграем. Ё-моё! Охренеть! Просто нас зомбаки забили, это как? Так, я не двигаюсь. Меня поднимают. Хорошо, только нас бьют. Жесть тут творится. А у меня только стимулятор был и все. Блин, куда вы убежали? Нет, помоги! Ты чё бьёшь-то нас? А, это вражеский! Это вражеский игрок! Блин, да нет же. Мы должны были победить. Вали его, вали его. Правильно, с дробовика, давай. Нифига там дробовик какой многозарядный. Я, походу, умру. А я могу симулятор? Нет, я не могу его принять. Так, блин, враг же, это враг. Это зомби вообще, нет? Ой, эвакуация готова. Блин. Ё-моё, надо ползти отсюда срочно. Зараза. Мы проиграли? Или мы выиграли? Я не понял. Сейчас посмотрим. Охотник погиб, нас всех убили. Короче, мы рейд вроде прошли, но сбежать не получилось. А я улей уничтожил, нифига как. Или это наша команда делает? Наверное, то, что команда, достижение команды.
И что у меня по охотникам получается, что Василий у нас откатился, то есть за него можно играть. Мариессу у нас убили. Нормально. Ни одной пока миссии я не прошел. Но, в общем, если хотите продолжение, то я попробую все-таки зону класса А хотя бы пройти. Если вы напишите в комментариях. Респект всем, кто досмотрел до конца. Если вам все понравилось, то поставьте лайк и напишите комментарий. Ну и не забывайте подписываться на канал, вступать в Discord и группу ВК. Всем удачи и до новых встреч, друзья!